Всем привет! Сегодня я готовлю салат-коктейль из свеклы. Салат-коктейль – это закуски, которые смотрятся очень красиво, а готовятся легко и быстро. Такой рецепт должен быть у каждой хозяйки. Ингредиенты, которые нам понадобятся, вы найдете в описании под видео. Сначала я отварила свеклу. И крупными кусками, неважно, потому что потом мы будем перемалывать все на блендере, нарезаем вареную свеклу и 2 зубчика чеснока. Укладываем все в блендер и выдавливаем чеснок. Но если у вас блендер хорошо перемалывает, то можете чеснок прямо положить так. Консистенция у этого салата, коктейля, должна получиться такая, как мусс из свеклы. Поэтому возьмите блендер, который очень-очень хорошо все перемалывает. Или даже можно это сделать погружным блендером. Свеклу я посолила, поперчила, налила растительного масла и добавила стаканчик йогурта. Йогурт без вкуса. Берите любой жирности. В стаканчике, значит, 125 грамм. Наливаю сливки, закрываю блендер и перемалываю все. Смотрите другие видео салатов-коктейлей, салатов в стакане на моем канале. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Затем я положила огурец, свежий огурец. Можно положить все сразу и перемолоть все сразу. Я это сделала по отдельности. Вот здесь я показываю вам, какая консистенция должна получиться. Я для верности сделала это 2 блендерами. И начинаю заполнять стаканы. Данного количества продуктов достаточно на 3 больших или 4 средних стакана. Вот такой красивый стаканчик получился. Украшаем зеленью обязательно, укропом или петрушкой. И продолжаем заполнять другие стаканы таким же образом. Надеюсь, что видео вам понравилось. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения, приятного аппетита и до новых встреч!